ваших партнеров и рассказать о том, как сегодня прошли контрольные заезды. А сегодня у нас заявились для участия Сергей Лапистий, младший, показал сегодня лучшее время в квалификации, 21.08. Второе время в квалификации, мне приятно отметить, что вновь мы видим этого человека здесь, Максим Багель, 21.83. О, у него своя армия болельщиков, да, да, вы запомнились по плакату в прошлый раз, я помню. И, наконец, очень приятно отметить, что третье место. Сырка показал в квалификации 22.55. Следующим идет любимец женщин Вячеслав Пантелеев. И не только женщин, как показала практика, 22.86. Следующим идет Сергей Латвийский. Специально не слили, не слили. Прокатывает еще до старта. Уже, да, Максим Багин выйдет. Ну что ж, следим за стартом. Thank you.
должен поаплодировать зрителей, конечно же, чтобы все удалось реально выдержать начал всего от Остапенко, конечно, опытнейшего спортсмена, очень тяжело. Тем не менее, Геннадий эту свою задачу выполнил. Но может, оно уже и последнее. В общем-то, такая ситуация не риска. Когда автобус вылетает либо за ворот, либо ложится на крышу, но еще на волосы планеты, я так понимаю, что дальше поехать уже не сможет. О, колеса отвлекают на собой. Я хочу видеть на зрителей, что 21 июня на аэродроме Боровая состоится электронный спортивный праздник. Только жестко атакует Сергей Валентинович. Пытается пойти, спасибо, он нет, потерял. Сбросить, пропустить соперника вперед, тогда она не засчитает это. Если правильно сделать. Порадоваться за то, что я поплодил очко, а через 2 очка он становится лидером. Он становится лидером. Вот он лидер.
Ну что, начнем разворот. Заезд. Ну вот, Сергей Валентинович. А кто на какой дорожке? Это что, да, заедет в Дмитрий Кремль. Вот Дмитрий. Сергей Александрович только тоже прибыл с тестирования в этом создавал здание поступать в академию 1600 населения поступлений. Прямо оттуда прибежал сюда создание, поэтому первым заявительным участием сейчас едет буквально за создание, прибежал сюда и тут же. Удвежествами на первой позиции. Yeah.
если слышно. Он продолжает уже заезда. Бесполезно. Но мы видели Сергея Латинского-младшего, как это вновь техническая проблема. Я не расслышал из-за этого грохота, что было. Он медленно скажет, что он все понимает, конечно, зачем напрягать автомобиль, если победа может достаться совсем малым силами. Thank you.
ничего не нужно. Данюша, 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 Даню